Кстати, капитан, в следующий раз давайте, может, постараемся не садиться посреди колонии зомби-мутантов. Вдруг нам не понравится. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Внутреннее давление у... Уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Торговец. Хорошо. Торговец. Хорошо. Торговец. Я буду благодарна, если вы сделаете свое дело и улетите. Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал.
внутреннее давление... уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. После долгих лет застоя корпорация Экзогени объявила, что их колония на Феросе наконец начала приносить прибыль. Усилия, затраченные на колонизацию и новые открытия, наконец принесли Экзогени доход. Акции Экзогени резко выросли в цене, поскольку инвесторы остались очень довольны этими неожиданными новостями. Да, капитан. Я могу чем-нибудь... Давайте посмотрим на ваш... Конечно. Да, капитан. Да, капитан. Я... Конечно. Да, капитан. Мне пора. До свидания. Да, капитан. Конечно. Да, капитан. Я могу чем-нибудь вам помочь? Мне пора. До свидания, капитан. Приятно было поговорить. Да, капитан. Я могу чем-нибудь... Давайте посмотрим на ваш... Конечно.
С возвращением, житель Земли. Вам нужны припасы, чтобы... Я, пожалуй, как пойду. Скажете, житель Земли. С возвращением, житель Земли. С удовольствием. Да, человек. О, дум. Да, человек. О, дум. Капитан? Капитан? Торговец? Покажите мне ваш... Торговец? Капитан? Я видел ваш отчет о событиях на Феросе. Если бы мы знали о Торианине, Экзогене никогда бы не получила разрешение основать там колонию. Счастливым образом колонию удалось спасти. Мы не можем себе позволить неудачи в Траверсе. Все-таки это один из главных регионов нашей экспансии. На колонистов вам наплевать. Для вас это политический вопрос. Разве не так? Капитан, мы все не можем быть героями, которые бросаются в пекло. Таким изысканным образом каждый из нас служит человечеству по-своему. От межзвездной политики никуда не деться. Она является неотъемлемой частью общей картины и не всегда бывает приятной. Не обращайте на него внимания, Шепард. Посол иногда бывает резким. Работа у него такая. Да, капитан. Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится.
Binary Helix без суда разрешила конфликт с группой Кроганов, которые обвиняли компанию в мошенничестве. Кроганы заключили с Binary Helix контракт на проведение исследований с целью излечения их генетической стерильности. Когда исследования не дали результата, группа выдвинула иск, требуя возвращения своих инвестиций. Приветствую, капитан. Я открою вам доступ к... Отдавая дань памяти событиям на Иден Прайм, мы включили в эфир рассказ о Нирале Батия. Преданная жена и талантливый повар, Батия вступила в вооруженные силы Альянса в рамках специальной образовательной программы. После окончания службы Батия планировала открыть свой ресторан. Вместо этого она отдала свою жизнь, защищая колонистов на Иден Прайм. Чтобы узнать больше о солдатах, воевавших на Иден Прайм, и о возможностях военной службы, зайдите на страницу Вооруженных сил Альянса в экстранете. Ключевое слово – отвага. Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал.
Интересуетесь новинками? Нет проблем. Захаживайте. Интересуетесь новинками? Как скажете, капитан.